Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кейра, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру? О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеек. С чего бы это? Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховы топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Должно быть, он сам сжег эти записки. А хоть и на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Единственный чародей-травник. Ну? Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихалена. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Иллюзия.
Любопытно. Иллюзия. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Гвеллаглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Что-то не то. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Получилось!
какое-то эльфское святилище. Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Медальон дрожит. Это место силы. Идем? Кто-то наложил иллюзию. Фух. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири, что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховы топи? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт,
Мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра. Оставьте меня в покое. Эй! Это ты и есть тот ведьмак, страшил. Чего уставился? Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Ходит такой, на скуки бедных людей беспокоит. А я ее спрашиваю, как этого пьяницу вразумить? Ну как? И получила я от нее такой амулет, что должен был в нем жажду усмирять. И что? Помогло? На другой день он за эту висюльку бутыль самогон купил.
Ха-ха-ха!